устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. В минувшие дни прошла первая сессия депутатов Урала, представителя Кызыла 5-го созыва. Новый состав депутатов из 26 человек городского Урала рассмотрели вопросы регистрации Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Урале, представителя города Кызыла 5-го созыва. Также избрание главы города, председателя Урала, представителя и заместителя председателя. Также была утверждена структура Урала представителей. Что Урала, представитель города Кызыла 5-го созыва, избрано 26 депутатов. 13 по единому избирательному округу и 13 по одномандатным избирательным округам. И при этом поздравляю вас, избранных депутатов, и в дальнейшем плодотворная работа во имя нашего народа, избирателей. Главой города Кызыла, председателем Урала, представителя тувинской столицы практически единогласно была выбрана директор гимназии номер 5 Ирина Казанцева. Возглавлявшая столицу с 2013 года Дина Аюн передала вновь избранному главе атрибуты власти. Это устав города Кызыла и ключ от столицы Тувы. Ключ сделан из золота и украшен вкрапленными в него гранатами 585-й пробы. Огромное спасибо вам, дорогие коллеги, за вашу поддержку, за ваше доверие. Это дорогого стоит, на самом деле. Я думаю, что это не только почетно, это очень ответственно. Самое главное, что это очень ответственно. И я надеюсь и обещаю работать на благо нашего города, на благо кызылчан, верой и правдой, добросовестно. И постараюсь этим ключом открыть сердца многих наших горожан. Кроме того, первая организационная сессия Урала представителей города Кызыла, помимо избрания руководства столицы, приняла решение по структуре представительного органа местного самоуправления, были сформированы 9 комитетов. Утвердить структуру нашего Урала. 9 комитетов. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Кто против? Воздержался? На должность исполняющего обязанности мэра города Кызыла единогласно избран действующий мэр столицы Владислав Ховалых. Так, на второй сессии депутатов Урала представителя, которая состоялась сегодня, объявлен конкурс на замещение должности мэра столицы, который пройдет по истечению 21 дня. В преддверии празднования Международного дня пожилых людей в Центре русской культуры состоялось мероприятие, приуроченное к всероссийской акции «Вальс нашей молодости». Управление Росгвардии Тувы совместно с военным оркестром 55-й отдельной мотострелковой бригады Центром русской культуры организовали для жителей республики праздничный концерт с выступлением творческих коллективов. Почетными гостями праздничного дня стали ветераны региональных правоохранительных органов, люди почтенного возраста. В этот день в их адрес прозвучали самые добрые и теплые слова и пожелания. Ярким событием праздничного дня стало выступление военного оркестра. Творческий коллектив под руководством старшего лейтенанта Петра Черникова исполнил обширную программу от произведений военных лет до современных композиций. Представители старшего поколения пустились в пляс под звуки оркестра, танцевали вальс, вспоминая молодые годы. Торжественный день приукрасил венский вальс в исполнении кадетов Кызылского президентского кадетского училища. Своим выступлением порадовал почетных гостей ансамбль народной песни «Раздолье». После каждого номера люди старшего поколения благодарили аплодисментами. В завершении мероприятия организовали чаепитие пожилым людям. С 1 октября работодатели службы занятости начнут регулярно предоставлять в Роструд информацию о людях предпенсионного возраста, сообщает издательство «Российская газета». Первые о том, сколько людей предпенсионного возраста трудятся на их предприятиях, вторые, как им помогли найти себя на рынке труда. Если люди остались без работы, это поможет вовремя принять меры, если где-то начнут массово увольнять тех, кому до пенсии осталось 5 лет. И оценить работу служб занятости. Требование собирать такую статистику содержится в письме Федеральной службы
службы по труду и занятости 25 июля, которая сегодня вступает в силу. Сведения от работодателей и численности работников организаций, не являющихся пенсионерами, должны будут подаваться в Роструд ежеквартально до 15 числа месяца. Данные служб занятости о мерах по содействию занятости людей предпенсионного возраста будут предоставлять ежемесячно, тоже до 15 числа месяца. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 59 копеек, евро 76 рублей 23 копейки. Георгий Дронов, Андрей Кайков, Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич в комедии «Любовный пасьянс» 16 октября в Национальном театре. Нет машины? Шубы нет? Вот вам маленький секрет. В Белке шубу покупай и Volkswagen получай. Много шуб в рассрочку. С 28 сентября по 2 октября. ТЦ ЦУМ. Травы Тувы сохранили рецепт пантового бальзама Бойдус. Мы улучшили вкусовые качества путем добавления ягод и ароматных трав, сохранив при этом все полезные качества, которые дарует нам природа. Консервантами являются сахарозаменители сахар. С бальзамом Бойдус всегда красота, положительная энергия и сопротивляемость к невзгодам. Продукт пастеризован. Магазин Травы Тувы. Чульдум 44. Овиол. Впервые прошел конкурс среди индивидуальных предпринимателей по развитию туризма на природных источниках Аржанах. Также предприниматели рассказали о проведенной работе, о предстоящих планах по развитию инфраструктуры, необходимой для комфорта отдыхающих. Интересно, что некоторые проходят к организации бальнеологического туризма комплексно, проводят культурно-массовые и спортивные мероприятия, открывают библиотеки. Члены жюри отметили, что развитие инфраструктуры не только благотворно влияет на экономическое развитие районов, но и позволит посетителям Аржана более ответственно относиться к сохранению экологии и природных источников. Почетным гостем конкурса стала кандидат географических наук Татьяна Расохина. Она вручила индивидуальным предпринимателям удостоверение о повышении квалификации Российской международной академии туризма. Для оказания медицинской помощи посетителям Аржанов в этом году Министерство здравоохранения Республики организовало дежурство медицинских работников на природных источниках. С 15 июля по 16 августа на 28 Аржанах помощь оказывали 47 медработников. Всего обратилось около 1300 человек. По оценкам состояния здоровья после завершения бальнеологических процедур отмечено улучшение состояния здоровья у более 1000 человек. Журналисты федерального телеканала «Культура» рассказали о маленькой республике, находящейся в глубинке Сибири среди таежных и лесных массивов от Туве. На свет уже вышли серии передач «Письма из провинции», где через истории, рассказанные местными жителями, идет повествование о колоритной и самобытной республике. Мне позвонили весной. Это Евгения Латышева позвонила. И она сказала, можно с вами записать про вашу историю. И я говорю, а откуда вы узнали? Она говорит, в прошлом году они записывали в Красноярске передачи, и она наткнулась на какую-то статью, ну, про мою биографию, и ее это заинтересовало, откуда я родом, вот именно вот трагедия моей родины. «Письма из провинции» – это цикл документальных фильмов о культурной жизни российской провинции, о людях, сохраняющих народную культуру и традициях. В основу каждой из программ ложатся исторические документы, письма писателей, художников, дневники и семейные архивы. Герои фильмов цикла – это жители глубинки, представители разных национальностей, по-настоящему влюбленные в свой край. Так, народная артистка Тувы, солистка Государственного симфонического оркестра имени Виктора Кокола Софья Караол стала одной из героинь программы. Журналистам телеканала «Культура» она рассказала о непростой истории своей родной деревушки. Сейчас раскапываем. Мне очень интересно место, где они жили. Мы наметили это место. Очень хорошо видно квадрокопцы, видны дома. И если посмотреть, он затапливается. Видим свидетельство, что это не откуда-то, с запада. Тува важных таких провинций. Все знаем, что хунну, они в конце практически весь мир. И самое важное, что мы тувы, что они здесь. Какая-то страничка истории получается приоткрыта. Наша дорога пока, место, как на руку.
Слушал я музыку. Бабушка учила песен на разных языках, русский. Все время я с ней. И благодаря этому, наверное, я... Когда 80-е Кукчера ушла под воду, переменились жизни и судьбы ее жителей. Другая жизнь началась с Аяно-Шушенской ГЭС. Из-за нее жители стали переселять в город Новый Шаганари, село Хайракан. Политика партии. Решают наверху, не спросив народ, людям привыкшим к своей родине, кормилице, земле. Это как ссылка в другие места, а в ссылке выживают только сильные. Кукчеранцев загнали в пятиэтажные дома в Новом Шаганаре, а некоторых в село Хайракан, в двухквартирные дома. Этим летом нашу республику посетила съемочная группа федерального телеканала «Культура». Съемочная группа сняла фильм о Туве, о значимых людях нашей республики. Очень интересный фильм. Министерство культуры и туризма республики Тыва оказало информационную и организационную поддержку телеканалу. Также героями серии передач о Туве «Письма из провинции» стали шаман Николай Оржак, чемпион мира по кикбоксингу Антон Солчак, музыкант Альберт Кувезин и современная кочевница Алевтина Оруспай. Каждый из героев рассказал свою историю, историю своей жизни и судьбы, которые неразрывно переплетены с Тувой, с ее маленькими деревушками и глубинками. В спортивном зале «Динамо» регионального МВД состоялись отборочные соревнования по баскетболу. Среди сотрудников побороться за звание сильнейших в этом командном виде спорта прибыли 9 команд, в числе которых сотрудники управления МВД по городу Кызылу, экспертно-криминалистического центра, отряд специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков, также сборная команда аппарата МВД и команда ветеранов, а также команды межмуниципальных отделов Барунхемчикский, Тандынский, Улухемский, Кызылский. Соревнования делились в 3 этапа – это групповая стадия, полуфинальные игры и финал. В ходе соревнований игроки показали себя с лучшей стороны. Они не только боролись за победу, но и продемонстрировали красивую и захватывающую игру, которую отличали точные передачи и броски, проходы игроков к кольцу. В итоге напряженной игры места распределили следующим образом. Почетное 3-е место завоевала команда отряда специального назначения «Гром». Вторыми стали спортсмены межмуниципального отдела «Барунхемчикский», а верхнюю ступень пьедестала заняли ветераны управления МВД Кызыла. 20 сентября в одноименном стадионе города Чадана были проведены спортивные соревнования среди команд судов западной зоны, посвященных празднованию 25-летия Совета судей Республики Тыва. Всего приняли участие 5 команд Судхольского, Дзунхемчикского, Авюрского, Барунхемчикского и Батагинского районных судов. Соревнование по волейболу проводилось среди смешанных команд. За звание победителя боролись команды Барунхемчикского и Батагинского районного суда. В итоге со счетом 2-0 команда Барунхемчикского районного суда одержали победу, а по перетягиванию каната команда суда стали победителями. А также проводилось соревнование по шахматам среди мужчин и женщин в шахматном клубе «Мерзе». Всего приняли участие 10 человек. В общекомандном зачете победителями спортивных соревнований среди команд судов западной зоны стала команда Барунхемчикского районного суда и получила право представлять команду западных судов во втором заключительном этапе спортивных соревнований, которые пройдут в городе Кызыле. «Заправляйся на радио» по таким девизам проходит одноименная акция на радиостанции «Голос Азии». Ежедневно ведущие дарят своим слушателям по 10 литров бесплатного бензина от партнера АЗС «Сибпродукт». После условного сигнала по радио участник отправляется на Калинина 27-1, где расположена заправка спонсора. Кто приехал первым и назвал условно оператору фирменную фразу «Заправляйся на радио», тому и подарок. Главное условие акции – наличие фирменной наклейки «Радио». Заправляйся на «Голос Азии». Спонсор прогноза погоды «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов и в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные», ну очень маленькая переплата по займам. По
По республике ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди и ветер. Северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12-17. В Кызыле переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 18, плюс 20. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам.